Беседуйте сейчас. Ну, ты же истину глаголишь. Так, вперед. Я не истину глаголю. А что? Просто не надо. Вот, вот гляди, по историческим данным вообще никто ничего не знает о твоих данных. Ты просто шедевр. Ты профессор. В смысле? Ну как, ты можешь выступать прям по телевидению. Сначала в интернет выложи. Мы уже начнем. А ты там дальше продолжай. Ролики выкладывай. Давай, не будем. 12 я вас миллионов не убитых. Я вот снимаю, брат. 500 танков. Тем более запомните, в общественных местах вообще не по закону, везде разрешено снимать. Меня не надо. Полиция я всех. Не хочу. Ну, это же мое пожелание. Ваше пожелание, а мое пожелание снимать. И законы это не запомнили. В общественном. Если у вас в квартире, вы имеете полное право не запоминать. А в общественном месте нигде. Я мешаю вам. Вы не мешаете. Пожалуйста, беседуйте. Мне для памяти, просто для памяти я так все снимаю. С умным человеком уже интересно бывает. Конечно, беседуйте. Даже никто не запрещает. Просто Иегова это... совсем Бог. Но вы не надо там скажем. На основании чего? Сначала а потом... Люди вообще не верят в Бога Создателя. Сейчас им веришь, что ли? У нас есть Бог Творец. Есть единый Бог, Творец неба и земли. Иегова в переводе на русский означает сущий. Солнце. Солнца нету, это творение Божие. Бог все сотворил. Вселенную, звезды, солнце в том числе, землю, человека сотворил. Почему Бог Иегова? Я, видите, мы рассуждаем-то по Слову Божьему. Как Бог повелел святым людям написать, как была сотворена Вселенная, как человек его сотворил, как совершил грехопадение в раю. Откуда, почему человек умирает? Почему он смертен? Для того, что Бог солнце. Человек бессмертный. Он бессмертный. Но почему он смертен? Телесно я имею. Неправильное питание. Почему неправильное питание? Вот вы мясо едите. Я ем мясо, кроме семьи. Видите, мясо не переваривается. Все переваривается. Нет, дело не в мясе, дело в грехе. Если человек ест мясо, то он червивый. Вы поймите. Вот я мясо не ем. Дело все в грехе, не в том, что ты ешь мясо, не ешь. В каком грехе? Человек не ест мясо, например, спортом занимается, он все равно умирает. Он же не живет бесконечной вещи. Он умирает. Если человек не ест мясо, а ест только растительные продукты, то он Богу угодно, он может быть жить сколько-то. Это на основании чего вы так сделали? На основании законов природы. А я вам на основании Слова Божьего говорю. Ибо возмездие за грех нет. Именно за грех человек. Вот вы едите животное. Правильно. На церковно-славянском языке Библия. Белозер, как она называется? Не знаю. А что, у меня с собой Библия есть, если что? Игорь, брат. У меня Библия с собой, если что, если показать. Ну, у меня на русском. Да нет, женщина убирается просто. Ну, кто мне? Я ей говорю, православная, она не верит. Не верится. Потому что православные не раздают Евангелие. Такое понятие. Но они продают его. Эти все мои суждения, понимаете, все мои суждения вот на основании Слова Божьего. Все. А царь Давид такой, но это жил пророк. Тема, это иудейская, да. Мы эту иудею приняли Слово Божие. Христианство оттуда возникло. Христос по плоти был еврей, Богородица тоже еврей.
Что он сказал, что Иисус Христос был еврей? Это бред. Какой бред? На основании чего? А на основании чего он еврей? Это что там? На основании Слова Божия, то, что здесь написали евреи. Иисус Христос? Евреи сами. До 33 лет где был Иисус Христос? Чем он занимался? Вот у вас он в Библии... Он был подчинением родителям. Подождите. У вас написано в Библии, что все его деяния 33 года. А до 33 лет он чем занимался? Написано в послушании, был у родителей. Был в послушании у родителей. Иисус Христос до 33 лет странствовал по миру. На основании чего это говорит? Его обучали нашим алфавитам. Подождите меня перебивать. Вы же несете Слово Божие? Я несу. Сам перебиваете. Тяжело говорить, когда перебиваем. Мысли спутываются. То есть вы как бы... Ну так вот, резко наезжаете, сбиваете с толку, ну, и в этом вы как бы все. А правду сказать... Виноват. Правда вся здесь. Вот, вот я вам говорю, что вы, может быть, не знаете. Да, если вы хотите снимать. Это ваше дело. Говорите снимать, а я буду снимать. Вы хотите поговорить, давайте я скажу. Я беседую с вами. Нет, нет, сколько. Если вы говорите правду, нам наоборот надо всем извещать. Послушайте, я не говорю вам, что я говорю правду. Я вам говорю то, что объективно и реально. Объективно и реально. Девчата, молодцы, Христос вас любит. Ну, поймите, мы же верующие. Мы верующие. Вера есть ожидаемое осуществление и уверенность в жизни. Вы верите, а я знаю. Вы же Евангелие? Девчатам дам, они молодцы, бросили в карты играть. Читайте Евангелие, девчата, держу. Вот, пожалуйста. Еще надо? Там сайт есть, бумажечка маленькая. Выходите на этот сайт. И слушайте, и смотрите православные видеофильмы. Женщина, вот в этом православные проигрывают, если они не проповедуют Евангелие. Отсюда все сектанты возникают. Господь говорит, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Это в первую очередь православные касается. А у нас сидят там. Ну, кстати, что я хотел сказать, если меня дослушаете до конца. До 33 лет Иисус Христос странствовал по миру. Пускай читают они, это бесплатно, православное Евангелие. Да не отдавайте, зачем? Пускай это мы подарили все. Девушкам, другим подарили. Не надо мне. Ну вы смотрите, что в карты-то не играли, а то карты до добра не доводят. Тем более прилюдно, ладно, там где-то тайно. Я не увидел. Видите, я с вами буду беседовать на основании Слова Божьего. Я понимаю, что так... вы кроме этой книги ничего не знаете. Почему? Ну, надо, знаю. Вы просто это все мусор. Я не знал, что они подневольные девчонки. А чем вы докажете, что это мусор? Тем, что это Бог говорит. И он повелел святым людям написать. Если вы, не, вы, если вы это не верите, как я вам докажу? Я не то, что не верю, я знаю свою правду. Я а здесь божественная правда. Правда. С этой, божественная. С этой правдой пойдешь. Странствовал по миру. Это факт. Нет, в этом я Библии ничего не говорится. Ну, в Библии вам не скажут. Там сайте есть, можно выйти, телефон. Это же для стада. Вам не скажут там правду. В итоге волхвы, наши волхвы. Какие наши? Секундочку. Вот я вчера это говорю. Волхвы, сибирские наши волхвы, которые ведического толка, ведического мировоззрения, обучали Иисуса Христа. Они ему первый закон любви дали. Кому? Иисусу Христу. Волхвы из Сибири? Волхвы из Сибири. А у них глаза узкие были, не широкие? Это наши волхвы из Сибири. Ну, наши. Ну, то есть нормальные это руки. Азы, это боги-человеки. Боги-человеки. Да. Жили в Сибири. Значит, они дали ему основной закон любви, который он понес в Иудею. Его евреи не поняли, распяли. А потом на основании его учений, перевернутых, создали вот эту Библию и уже в препарированном для себя выгодном виде дали ее стаду. А у вас это, какие-то даты есть вообще? По датам вы ориентируетесь в чем-нибудь? Я вам могу сказать, что до 33 лет Иисус Христос, когда странствовал по миру, он был в Сибири. Его обучали наши волхвы ведического толка. Когда революция а потом, была в России у нас? В 1917 году. А год этот день не помнишь?
октябре. В октябре, молодец. Немножко знаешь, что это. Это хорошо очень. А не знаешь, когда было восстание Спартака? А вот восстание Спартака, ну, тысяча какого-то. До Рождества Христова или после? Рождество Христово когда было? Я в таких числах датах. Вот видишь, женщина, сразу, 7 января, какого года? Рождество Христово. Я ж не православный. Ну вот сейчас какой год идет? Сейчас 2018. Ты знаешь, значит, 2018 лет назад родился Иисус Христос? Ну, видимо, да. Так. Я понимаете? А Ермак Тимофеевич когда к ногам Ивана Грозного положил Сибирское ханство? Сибирское ханство к ногам Иоанна Грозного. Поймите, что вся положил. История, она... Я понял вас. Скажите, в каком году? Я не знаю дату. Век какой? Да давайте я вам свои числа назову. Я уже понял ваши числа. Они очень интересные. Вы пространство и время складываете. Нет, подождите. До 33 лет у Иисуса Христа было время? Чем в 16 веке только Сибирское ханство, да, при чем здесь было Сибирское ханство? Отдано московскому. Причем здесь Сибирское ханство, чем занимался Иисус Христос до 33 лет? А какие ваши? Где связь? А какие тогда ваши волхвы сибирские? Послушайте, то, о чем я говорю, в учебниках истории нет. Я понял, откуда взялись тут волхвы сибирские, ваши? Я спрашиваю, глаза узкие были или широкие? Я же вам еще раз говорю, было. Конкретно. Около ведическое время. Я понял, около ведическое. А вы знаете, что такое веды? Вы знаете, когда родился Иисус Христос? Когда Ветхий Завет был написан, вот эту книгу, это которую... вообще не важно. Что поймите, вы про веды говорите, не просто не важно, а архиопасно еще добавил ко всему. Существуют на Земле. Даже об этом говорить не надо. И вы ничего не знаете. Миллиарды лет. Вы даже ничего показать не можете. Правильно. А Библия была вчера написана. Тогда, когда веды уже были здесь. Вчера написана Библия. Вчера. Сколько тысяч лет до Рождества Христова? Я еще раз говорю, хорошо, пусть будет 2018 лет назад вы писали Библию. Это вообще копейки времени, это неделя. Да. Вы думаете, что 2000 лет назад, что ли, Земля света образовалась? А до этого ничего не было, что ли? За миллиарды лет, такие же, как наша планета, еще сотни тысяч. А вот какой-то Яхов вам там все это сделал, вот именно для вас. Я вам еще раз говорю, есть природные законы, космические. Который сотворил и делал. Все законы он сотворил. Да я вам могу сказать, вот Господь поверить или не поверить, не Богу, это вообще дьявол, по сути. Это не просто ад, это живым, да. Можно сказать. Я же вам еще раз, есть даже свидетели Иегова. Свидетели Иегова, которые, собственно говоря, и верят во всю эту, ну я не знаю, как это назвать, но уже учили. А сам Иегова — это дьявол. Это представитель сторонней космической паразитической расы, причем не самого высокого порядка, на уровне майора. Слушай, это не надо меня рассказывать. Ты сейчас бубнишь просто вот в этот пол, да, понял? Да. Все, закончил. Да, да. Я вам просто хочу донести, что вы, по сути, дьявол, поклонник, не я. А я верю в законы природы. А Иегова — это, по сути, космический паразит, который с планеты на планету перелетает и вербует себе адептов. Вот я у товарища спросил, он мясо ест, а он ест трупы убитых животных, по сути. Разве это богоугодное дело есть животных? Вот я мясо не ем. А причащение крови и плоти Христа — это, по сути, спиритоканнибализм. Вот так вот. А в нашей вере, староверческие, до христианства, до православных, никаких таких вот жертвоприношенческих обрядов никогда не было. Поэтому чья версия не наша или ваша? В Библии так написано. Сказал безумие сердце своем, нет Бога. Я старовер, отвергайте. Да, брат? Нет, ну что, получилось еще? Да, неоязычник, это вы так говорите. Они себя староверы. Это вы, да, так говорите. По крайней мере, по сравнению с вами, у нас нет же тут и мошеннических обрядов. Они сами, по крайней мере. Колосники-то прочистил? Да, а мы же за Христосу. Нормально. Я говорю, это пошародил там это. Нормально. Прежде чем закинуть. Он нес прям нашу конкретную веру. Но просто его идеи не поняли и распяли. И уже его учение перевернули. И
и создали ложную Библию, которую вы сейчас распространяете, по сути, уже вообще не нужно. А мне говорить, что я там это неправильно говорю. Ну посмотри, должно загореться. Сначала перестаньте мясо есть, вино. Нет, брат, ты тогда возьми газеты и подсунь под низ, чтобы загорелось. Потому что так может потухнуть. Вот я соблюдаю мясо. Ну под дрова туда. Дверку открой, да подавай, подсунь. Комки это из газет сделай, они там у меня за тумбочкой находятся. Где стол стоит. Библию я там таковую знаком, но я не читал. Я могу серьезно сказать то, что... Там углей много было или мало? Ну все тогда загорится. Посмотри, там должен дым из трубы, если идет, то значит разгорится. И паразитирует. Ну ладно, ну, давай сбоку. Мы нет, мы сейчас сидим тут в Черепаново на вокзале. Только минут через 40 будет встречка обратно. 2 часа обратно добираемся. В Библии, начиная с Авраама, заканчивая всеми остальными. Это все еврейское, так сказать, учение. Библия же так говорит. А, Иисус как сказал? Ваш отец уже... А, нет, он сказал, ваш отец дьявол. Но уже соответственно жил. Когда говорит ложь, говорит свое. А вы хотите исполнять похоти отца вашего. Как Библия не говорит? Вот к кому он обращался? Правильно? А что сразу вопросом не задаешь, а всякую муть несешь голубую? Почему же муть голубую? Ну если ты не соображаешь Библию, тогда как ну, почему? Ну я что, Саша сказал? Ну подожди. Он же сказал, ваш отец дьявол. Ты ложь-то распространяешь. Ну узнай сначала, как же. Много очень святых отцов есть, которые об этом уже давно рассказали. А ты начинаешь сам что-то додумывать, придумывать. Зачем додумывать? Ну Иисус же так сказал. Он же так сказал Иудею. Ваш отец дьявол. Ну и что? Он сказал, а ты ничего не понял. Как это не понял? Это означает, что вот этот вот самый Иегова, который есть, он сотворил из праха земного и из ребра, по сути клон. Он сотворил клон людей из пробирки, евреев, свою армию. Но мы же были до этого еще боговрожденные. Понимаете? Я понимаю, что тебе читать надо Библию для начала. Я же вам только что процитировал. И читать Библии. Другие правильные книги. Но слова из Библии же я верно говорю. Да. Ну, да, я знаю, владеть домами, которые вы строили, сады, которые вы сажали, для кого говорить? Которые планируют захватывать землю. Можно вам немножко сказать тоже? В Евангелии от Иоанна 12:48 Господь Иисус Христос так говорит: «Отвергающий меня, не понимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорю, оно будет судить его в последний день. Будет вселенский суд. Бог, судья, будет судить вот по этой книге, по Слову Божьему. Он не будет ни по вымыслому человеческому, который вы сейчас тут говорите. Царь Давид говорит, что вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ни одного ваше нет доказательства. Почему грех, почему человек умирает, почему столько народностей во всем мире? Вы это тоже не ответите с помощью своих вен. Почему Адам и Ева, откуда вообще род произошел? Почему вообще сейчас, почему у вас два глаза, почему у вас нос, почему у вас рот, почему у вас две руки, две ноги? Вы это ничего не ответите. Потому что Бог сотворил так все. Вселенную, животные, моря, океаны. Сущий. В переводе на русский означает сущий. Иегова сущий. Существующий, значит, в настоящем времени. Всего лишь космический паразит. Не надо рассказывать вымыслы человеческие. Я вам сейчас засвидетельствовал, я от вас отойду просто, и все. Я отойду и все. Ну раз это нести, хватит. Почему это не может погнать? А почему не погнать? Да потому что это скажите, что я могу так гадость. Вы говорите, хватит уже гадость говорить. Не соображаешь так. Молчи так. Вы мне докажите, что если ты Бога не отличаешь от Иисуса Христа, я не знаю, что. Иисус Христос это вообще-то не Бог, это Сын Божий. Ну а Бог кто? Бог кто тогда? Бог это все. У него нет имени, потому что назвать его именем, это означает, что его какие-то рамки. Ну и что придумаешь сам-то? Зачем? У него нет имени. А чего ты сам придумаешь? Потому что он все. А все остальные это его аватары. Да лучше молчать, брат. Да, диссонанс какой пошел, да? Я допустим, больше не знаю.
Я просто больше вас знаю порядок, понимаете? Вы мне не докажете, что иду – это Бог. По силе он может быть Бог, а по сути – дьявол. Потому что я работаю отсюда. Да, брат? Что такое? Модно? Каких больших? Нет, закрой сразу. Понятно. Нижнюю именно. Да, да, сразу. Можешь закрывать и уходи, брат. Все, спасибо. Вот женщина ведического толка, я уверен. Единственная истина... Нет, вот, если... А что, надо мить, когда закрываешь нижнюю? Причем они официально запрещены. Нет, нижнюю попробуй закрыть. Верхнюю только не трогай, конечно. Омская прокуратура официально вера запрещена. Кем да, с Богом. Жидами. Жидами запрещены за правду. Поэтому единственная истина здесь, на земле, это вера. Читайте веру. Вот вам, пожалуйста, есть такой уникальный человек, Евгений Алексеевич Трехлебов. Евгений Алексеевич Трехлебов. Ну, можно сказать, не волк, но мудрец. Ну, есть в интернете его ролик, он вас разоблачает пух и прах. А про то, что Русь была причина обмена мечом, причем убито было почти 10 миллионов жителей, все, кто не приняли христианство, а все, кто приняли, остались христианами, так это в учебнике истории школьного курса написано. Христианство – самая кровавая религия, которая только может быть. Со всеми кровавыми жертвоприношениями, распитием вина, крови, всякой мерзопакостью, поеданием животных убитых, и прочее. Поэтому для начала перестаньте есть мясо, способствовать убийству животных, а потом вы уже будете говорить, кто пойдет вам, а кто не пойдет. Потому что пока вы едите мясо, приготовьте в следующей жизни носить рога и хвосты. Кармический закон вселенский, он будет действовать всегда. Он действует. Если вы, уважаемые, несете Слово Божье, а едите мясо, то есть способствуете убийству животных, вы не попадете ни в какой рай, а следующая ваша жизнь будет в животных телах. Вы думаете, это шутки, что ли? А способствовать убийству животных, поедая их трупов, это нормально? Поэтому о каком здравом смысле вы мне толкуете, уважаемые? Какой-то едовым, которому на жертвоприношение сотни коров было забито. Мужчина, с вами уже не беседует. Вы можете пересесть в другое место. Было забито. Другое место пересядете. В Библии сколько жертвоприношений было? С вами уже не беседует. Вы зачем мне? Зачем вы говорите сейчас? Я с вами не беседую вообще. Кровавых жертвоприношений сколько в Библии описано? Сколько? Кровавых жертвоприношений животных. А вы о каком-то Боге там говорите. Разве это Бог написал? Кровавые жертвоприношения? Нет, не Бог. Понятие, это не самое. Все представления, которые есть, они должны быть, а там для кровавого жертвоприношения написано.